Небольшой плюс и осадки ожидают шадринцев на этой неделе. По данным метеорологов сайта Гисметео, в арсенале у марта и морозы, и оттепели. Днем температура воздуха на 1-3 градуса превысит нулевую отметку. Ночью при прояснениях не исключены заморозки до минус 6 градусов. Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду и небольшие осадки в виде снега. На отдельных участках дорог сохранится гололедица, а местами налипание мокрого снега. Южный ветер будет дуть со скоростью 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление сохранится в пределах нормы.